Розовые фламинго прилетели в Мангыстаускую область. Сотни экзотических особей облюбовали озеро Каракол недалеко от Актау. К слову, это место хорошая кормовая база для птиц, полная рачками и рыбой. Кроме того, болотистая местность с камышами служит хорошей защитой от браконьеров. Пернатые слетаются на Караколь ежегодно весной, чаще всего в марте-апреле. Мангыстау стал для них транзитной точкой. Они здесь не гнездятся, то есть у них здесь такая кратковременная в течение 3-4 недель стоянка, отдыхают, набираются сил и продолжают свое путешествие дальше. И затем отправляют свое дальнее путешествие в более теплые страны. Летят они дальше в Туркменистан, в Иран.